Москва. Лос-Анджелес. Томск. Да, тамещи разлетелись по всему миру. Санкт-Петербург. Турция. Китай. Это не просто тамещи. Это выпускники Томского государственного университета. Израиль. Дубай. Новосибирск. В старших классах Лидия планировала поступать на факультет прикладной математики и кибернетики. Но буквально за неделю до подачи заявления один из друзей рассказал ей про факультет информатики ТГУ. Лидия решила, что подаст документы и уже на месте определится с факультетом. Буквально за неделю, наверное, до подачи документов мне один из друзей рассказал про факультет информатики. И я начала сомневаться, потому что, ну, интересно и вроде как ближе к программированию и меньше математики. И решила, что приду подавать документы и на месте буду выяснять, куда я пойду. И так получилось, что я пришла подавать документы, и на ФПМК в приемной комиссии сидели преподаватели, такие очень серьезно настроенные, а на факультете информатики был какой-то веселый второкурсник, который так замечательно агитировал меня пойти к ним, что я сдалась и пошла учиться на факультет информатики, о чем не пожалела. У нас были действительно сложные предметы, мы сидели с ребятами, прям объединялись в группки, сидели, вместе решали. И за счет этого мы учились преодолевать все эти сложности, учились самостоятельно искать информацию, помогали друг другу. У нас была очень такая добрая атмосфера. Вообще факультет информатики отличался тем, что он был очень маленький, поэтому все друг друга знали, все потоки между собой общались. И, соответственно, была такая одна большая семья, было очень здорово. Почему-то я всегда вспоминаю, как на первом курсе один из однокурсников уснул на лекции по истории. Не знаю, почему я все время это вспоминаю, он прямо уснул на парте. Преподаватель посмотрел, сказал, устал человек, вы его потом разбудите, когда проснется, расскажете, что там было. Вот, это было очень смешно. В университете, когда я училась, я нашла своего мужа. Это как раз тот молодой человек, который уснул на истории. Да. Я работаю здесь. Университет так меня и не отпустил. В высшей IT-школе преподавателем и разработчиком мобильных приложений для университета. Сейчас Лидия вместе со своими студентами создают мобильные приложения для нужд ТГУ. То есть, к примеру, приложение TSU Helper, которое для жителей общежитий помогает им какие-то заявки оставлять о том, что у них что-то не работает. Вот это как раз было первое приложение, которое я сделала в университете. Затем, к примеру, TSU InTime – это приложение, которое сделал мой студент для отображения расписания. Думаю, многие студенты про него слышали, многие пользуются. Что еще? Хочу в ТГУ для абитуриентов тоже я разрабатывала. Когда Лидия пришла устраиваться на работу в ТГУ, она думала, что попробует себя только в роли преподавателя. Однако университет ей дал гораздо больше возможностей и вариантов интересной работы. И вот все как-то у меня вся жизнь проходит в университете. Здесь я нашла своих друзей, самых близких, самых любимых. Здесь мои коллеги, с которыми мы тоже проводим много времени. Здесь очень много всего интересного и очень много возможностей на самом деле.